Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем с вами готовить слоеный хинкал. Сначала надо сделать опару. В молоко добавить 1 чайную ложку сахарного песка, дрожжи и 2 столовые ложки муки. Все перемешать, накрыть пищевой пленкой и дать опаре постоять минут 20. Кастрюлю с мясом поставить вариться. Мясо подойдет любое, у меня сушеное мясо. А теперь можно замесить тесто. В муку добавить готовую опару, 1 яйцо, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку ореховой травы. Если у вас нету ореховой травы, не страшно. И замесить мягкое тесто. А пока тесто подходит, надо почистить и нарезать крупно картошку и лук. Чтобы удобнее было раскатывать, тесто делим на 2 части. И раскатать как можно тоньше. Можно вот так руками растянуть. Тесто не рвется, оно очень эластичное. Помазать тесто предварительно растопленным маслом. Посыпать ореховой травой и вот таким вот образом, растягивая тесто, закрутить в рулетик. То же самое проделаем и со вторым тестом. Тоже так же раскатать. Помазать маслом, посыпать ореховой травой и закрутить в рулетик. Готовый рулет разрезать на одинаковые кусочки примерно в 5 сантиметров. Хинкал можно варить по-разному. Можно варить вот таким вот образом. Если вы хотите, чтобы ваш хинкал выглядел как розочка, то можно бока немного раскрыть. Вот таким вот образом, раскрывая края. Вода в кастрюле должна накрывать только мясо. Все остальное варится на пару. Мясо готово, теперь будем укладывать слоями лук, картошку. Наше мясо соленое, поэтому картошку я не солю. И хинкал. А теперь накрыть крышкой и варить на медленном огне 15-18 минут. Слоеный хинкал очень вкусно есть с чесночным соусом. Для этого размешать в чашке чеснок, сметану и кефир, все перемешать, добавить соль и все, чесночный соус готов.
Хинкал готов. Вот так он поднялся. Он получился пышный и воздушный. Кастрюлю надо перевернуть в большую чашку, чтобы вкусный, ароматный, наваристый мясной бульон смешался с хинкалом и с картошкой. Все, хинкал готов, можно сервировать на стол. Ну вот и все, дорогие мои друзья. А я хотела бы с вами попрощаться и пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья вам, терпения и успеха во всех ваших начинаниях.